Что ты делаешь? Я пытаюсь сохранить. Ты смазываешь жизнь турбины. Правда, это слив. Но я думаю, на карточку пойдет. А если через другое отверстие? Нет? А там рестриктор, там хрен зальешь. Сейчас прокрутим его. Ну что ты туда налил? Ой. Я, наверное, первый, кто заливает в слив и пытается добиться масла из подачи. Ладно. Выживет так выживет. Эксперимента ради. Кстати. О! Опа-на! Смотри, мне ее даже держать не придется. Она подошла по фланцу. Блин, в какую сторону мы будем турбинить? Ну, давай, наверное, в ту же... Друзья, эксперимент. Спонтанный ролик. Взяли турбины, взяли кастомные банки. Сейчас все это приложим к этой выхлопной системе, к прямоточной системе, и посмотрим, как это все звучит. Не переключайтесь. Бедная турбина. Да. Давай еще показываю, когда салфетка пролететь должна. Заводи колымагу. Давай. Ну что, вот так вот звучит турбовая машина. Может, поставим две турбинки на эту хрень? Как думаете?